Саяногорские жильцы многоэтажки заставили оператора мобильной связи убрать оборудование с крыши их дома. Люди доказали, что базовая станция была размещена с серьезными нарушениями. Эту позицию еще в прошлом году поддержал городской суд и обязал собственника демонтировать установку, а также восстановить поврежденную кровлю. Но сотовый оператор, кстати, один из крупнейших в Хакасии, требования проигнорировал. Пока дело не вмешали судебные приставы. В результате предписание пришлось выполнить, а за упрямство заплатить штраф. В рамках исполнительного производства судебным приставом была на должника, на акционерное общество наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора. Сумма этой штрафной санкции составила 50 тысяч рублей. Данные денежные средства взысканы и были перечислены в доход федерального бюджета.